Дорогие друзья, добрый день. Сегодня у нас на распаковке устройство Vapores Extra, которое мы разыграем среди вас, подписчиков. Для этого необходимо под этим видео набрать 500 лайков, поставить под этим видео комментарий, а также лайкнуть это видео необходимо. Ну и само собой, подписаться на мой канал тоже надо. И это устройство замечательное я вручу победителю моего конкурса, который будет выбран случайным образом. Итак, давайте приступим к распаковке. Это Vapores Extra на лицевой части. Вот такой вот, без лишних, так сказать, надписей и картинок. Мне нравится, на самом деле, такой дизайн, минимализм. Тут Get More with Less. Я не знаю, что переводится как. Тут расположение производства. Это Шэньчжэнь, как всегда. Тут указаны характеристики. Это 900 мАч батарейка, компактный дизайн, какой-то flower boosting. New Cut and Dessa, не знаю, что тут модель, тут бренд, точнее название компании и модель. Тут у нас вот под систему комплектация указана и характеристики. В комплекте у нас само устройство, два картриджа на 0,8 Ом и 1,2 Ом, USB кабель, инструкция, гарантийная карта и еще какая-то макулатура. Давайте приступим уже. Вау, вот такое вот устройство у нас встречает. Отложим стороночку пока. В комплекте тут, блин, вот так вот сделаю. Тут гарантийный талон. Это... тут, короче говоря, различные картриджи разным цветом обозначаются, что ли. На разные сопротивления. Тут... проверка на подлинность. Вот эта штучка нужна для проверки на подлинность. Вот такой вот прикольный кабель. Type-C, что ли он? Нет, обычный. Тут нарисовано. Выбита буква V, логотип компании. Такой металлический кабель, надежный. Он не порвется. Вот Apple вот такие кабели, если делали, молодцы бы были. Были бы, смотрите. Какой он прекрасный. Кабелек этот. В комплекте у нас идет вот картридж, такой вот прекрасный, инструкция, да, вот она наша инструкция, на английском само, вот тут непонятно искать надо, а какие языки, где тут вот русский, наверное, в конце где-нибудь, как всегда. Если он есть, конечно. Наверное, его нет, к сожалению. Вот датчанский какой-то, датский. Представляете? А, нет, вот что-то, по-моему, на русском языке было, нет? Нет. Короче, нет на русском языке. Ну ладно, сейчас так посмотрим. Тут показано, как заливать жидкость, все дела. Давайте приступим к самому устройству. Оно выглядит вот таким вот образом. Прикольный дизайн на самом деле. Кнопочка тут. А, вот тут. Опа. Вот так вот делаем. Вот такой вот картридж. Отсюда заливается жидкость. И все, представляете, какая тема. Вот такой вот металлический тут, прикольный. Ну, он, конечно, поцарапается со временем. Тут выбито вот Vapores, бренд компании. Тут Vapores Extra. Мне вот нравится это устройство, оно компактно, в руке лежит компактно. И картриджи на него всегда можно найти. Вот эта кнопочка только внизу, непонятно для чего. А вот, включать и включать устройство. Тут индикатор, тут зарядка. Вот такая вот распаковка получилась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это устройство мы разыграем среди вас, подписчиков. До свидания.